Добрый день, зрители нашего канала. Сегодня мы играем по вашим заявкам в Викторию 2 Феникс мод. Мы играем за Латвию и Беларусь. Со мной сегодня граф Келлер 1 и я, Глелк. На чем там остановились? Я там побил немножко Эстонию. Беларусь мне помогла немножко. Мы развивали наши экономики, да, нашу промышленность, нашу армию. Ну что, начнем? Да, начнем. Мы сделали большой перерыв между нашим прошлым выпуском, но мы даже немного сами, наверное, разучились играть в Викторию. Но ничего, мы постараемся выпускать теперь нашу серию почаще. Ну, в общем, приступим. Как получится. Да. Так, что у нас здесь есть? Давай сразу паузу ставь, снимай, на маленькую скорость хотя бы поставь. Угу. Так. Так, тогда в следующий раз я, наверное, возьму у этой... у Литвы... Щауляй. А ты потом остатки возьмешь ее. Хорошо. Так, у Литвы Щауляй. Ага. Хорошо, отлично. Ну, знаешь, там у них региончики-то еще есть. Нужно еще Клайпеду забрать тебе. А где Клайпеда? Деклайпеды, а... Ну, блин, печально. Чтобы обхватить Россию просто со всех сторон. Да. Ух ты, новости. Вряд ли станет кардиналом. Тут есть коллеги кардинала. Так, что мы вообще планировали делать в ближайшее время? Пока просто развиваемся, да? Я экономику запланировал установить после войны. Потому что она у меня в бедственном состоянии. Очень хорошо. Это нехорошо. Так надо бы. Я хотел бы поговорить немного о недостатках этой игры. Ну, точнее, моды. Игра хорошо, она сбалансирована, все дела. А я вот на этой версии играл за Югославию. И дойдя где-то до годов 40-х, 2040-х, столкнулся с несколькими проблемами. Первое, пожалуй, наверное, самый главный корень проблемы в ней, это то, что такие страны, ну, точнее, не такие страны, а именно США, развилась настолько сильно, что их промышленность не давала развиться другим, более мелким странам. То есть, огромное обилие товаров ломало рынки любой страны слабой, и я как не извращался, строил и рыночную экономику, и госкапитализм. Все равно она рушилась, стоило мне хотя бы чуть понижить пошлины. Второе, что меня взбесило, это Евразийский союз. Он присоединяет все, что только можно присоединить, просто все. Из-за этого, если ты играешь за ту же самую Югославию, ты оказываешься обхвачен врагами со всех сторон, ну, условно, врагами. То есть Евразийский союз занимает всю Восточную Европу, и делать становится просто нечего. Ну, и... в этом... Подожди, не прибивай. И последний недостаток, это вот все-таки больше к первому относится, от, ну, сломанный баланс игры. То есть из-за начальных параметров измененных, к концу игры баланс сильно нарушается, и играть за какие-то слабые страны уже становится просто нереально. Ну, на этом, наверное, закончу. Перечислять недостатки. Вот, надеюсь, авторы исправят их. Очень надеюсь. Ну, патчи в этой игре выходят быстро, обновления. Так что... А, ну, да, и... Теперь работает уже целый штат людей, сколько я знаю. Ну, правда, пора по разным частям игры. Но все же. Ух ты, смотри, тут Проблема, вытекающая из того, что я писал, это, например, экономику просто не дается построить, она рушится напрочь. Что? Я тебе до секунду отвлеку, у тебя, у твоей границы 135 тысяч русских солдат. Ой, правда? Да ладно тебе. Тебе страшно, мне нет. Да не, нет, почему? Мне это нормально. Так, ну, может, с Россией... А, с Россией идеальные отношения. Тебе тоже советую. Попробую. У нас союзников-то нет, кстати. Как нет? А Украина что, нас кинула? Ну, я да. С Украины так-то. А, нет? Да? Да, я с Украиной дружу. Ты да, а я нет.
А Украина, она еще может хоть чуть-чуть сопротивляться России. Смешно. Сто пятнадцать, 377. Не думаю, ладно. Ой, ну наконец-то у меня началась прибыль. Надо было с долгами разобраться. Хорошо, да. Почему? Египет и Судан. Я не могу строить заводы. Точнее, улучшать. А, у меня денег просто нет, ясно. Нет, понятно. Так. Какие тут есть национальные приоритеты, ввели, я забыл. Там рост... Образовательные программы, рождаемости. Рождаемость — это вещь. Неплохая вещь, да? Да, потому что там только за счет этого в будущем можно делать прирост населения. Знаешь, что самое смешное? У меня самый, знаешь, какой самый малонаселенный город? Минск? Да. Интересненько. Поставлю-ка сюда рождаемость. О, у тебя население больше, чем у меня. Ого. Ну так. А какой тебе прирост? Прирост маленький. 2, 3, 4. А у тебя? У меня около 3 колеблется. Так. Надо бы заводики проспонсировать. О, танк. Откуда у меня танк взялся? Механизм нигде не закупается. Ну, естественно. А, вот, начали. Закончили. Так. Опасение державы Литва. Тебя Литва боится, ты знаешь? Странно, странно. Ух ты, на каком месте? 60-е. Я 29-й ее. Оу. О, чудо. Так. Мировые войны, что-то поздно, тебе не кажется? Есть такое. Так, сейчас надо подумать. Офис 2000 год, сейчас открылись новые всякие технологии. Ура! Значит, неплохо. Ну, я ничего против не имею. Подожди. Так, все, я продолжаю. Отлично. Так как у нас механизм поживает. О, слушай, механизмы застраиваются. Так. С кем нам дружить лучше? Да, уж надо, конечно. О, смотри, что-то происходит. Какой-то кризис. Какой кризис? Провалился. Паузу поставь. Я хочу посмотреть. Какой кризис? Все, провалился. Он там за Мосул, короче, в России вступил из-за Ирана. Я бы посмотрел, если честно. Ну ладно. Да, что с Евразийского союза стоит бояться меня в первую очередь. Чё так? Присоединят еще. А, или если меня присоединят, то я буду играть за Евразийский союз. Нет, ты не будешь. У тебя игра, наверное, закончится. Ну ладно. Но я думаю, после того разрешения тебя не присоединят. Ты уверен? Не знаю. У меня выборы. У тебя тоже выборы, наверное, да? Да. Так. Качаем морализм в нашей стране. Так, партия единства должна выиграть. Ок. Какие у нас вообще планы такие глобальные? Глобальные? Это тебе создать свой этот Балтийский союз, да? Ну, это такой ближайший лет на 20 вперед. Ничего себе. Лет на 20. Это много или мало, по-твоему? Ну, многовато. Ой. Да мне даже с этой какого. Долго нам. Может, Литву попили немножко? К
Когда вот перемирит? Ну, перемирие-то закончится в 2003-м. 2003. Жаль. Да, блин, почему у меня какие расходы? союзники-то? О, Украина. Как мы там... А, мы же Литву-то... У нас Литва проблема, кстати. У них же это Украина. Будем Эстонию сначала пилить. Ну, точнее, я ее захвачу один, наверное, сам, а ты там посмотришь, что делать. Хорошо. Ух ты, что-то происходит. Может, с чадом бываю им? А где он находится? В Грузии с кем-то воюет. О, и Россия воюет. За Индию, с кем она воюет? О, с Китаем. Офигеть. Россия воюет с Китаем. Смотри. Исторично. Фу-фу-фу. Красоту. Да-да-да, 2000 год, только чеченская война закончилась. А уже с Китаем воюем. Нормально так. Ой, 58 место занимаю, вау. Не, 26. Тебе даже с Эстонией не поможет. Вся. На 153 месте. Ну тоже показатель неплохой. Вот хорошо бы, знаешь, Аня, Польшу. Вот как Польшу попилить, а потом подумал, что как-то... Что как-то у нас военных очков мало. Да, у тебя сколько мобилизаций? 21. 29. А, еще обидно, что музыку убрали ту супер-пупер крутую, которая была раньше. Какую ту супер-пупер крутую? Ну... Поясняй, пожалуйста. А? Поясняй, пожалуйста. Ну как я поясню? Такая клевая музыка времен, наверное, 90-х, может, нулевых. Ясно, понятно. Да почему у меня доходы такие нестабильные? У тебя деньги, наверное, есть, а у меня денег нет. Ну, так. Ну, есть ведь, да? Ну, 16 тысяч. Вот, а у меня только 7. Так, первая белорусская армия, я создаю вторую белорусскую армию. Может, не надо? Ну, это еще белорусский флот не начал создавать. Мне нравится ведущиеся войны, столько, много. Чего тебе нравится? Ведущиеся войны, их очень много. Да, сейчас так бока-то все вылетают, мы уже в ВД войдем. Ух ты, Россиюшка выигрывает, жаль, жаль. При всем не патриот. Ух ты, у Китая военных очков больше, чем у России. Посмотри на Россию. На Сибирь. Ну, прикольно, чё. Ну, блин, у Китая тоже там есть проблемы. Зато Россия завоевала Пакистан, что сказать. Ой, всё. Здесь Индии. Ну, в Северной Трансильвании, ну-ка. Только не проваливайся из-за апатии, пожалуйста. Ха-ха. Что там сказал, я не расслышал. Как быстро газеты приходят, да? Ну, опять расходы, ну что ж такое. Я хочу стабильную экономику. Так за что хоть и не воюют-то? Присоединение региона Кашмир, Синд. Слушай, Индия скоро станет такой синенькой страной. Ой, странно, странно. Прикол, Индия и Китай объединятся и будут месить Россию, потом станут слишком сильными и будут месить друг друга. Мечтаю. Мечты Беларуси, да? Латвия Вальмиера. Так, Латвия Вальмиера. У меня телефончики не закупаются вообще. И то, и другое. Печально. Электроника, точнее. Грузиме. 2,7 из 300. Курземи. Хорошо, что название, да? 2003 год какой месяц? О, я не помню. Верните мне мой 2007. Да, что мне с деньгами произошло? Что субсидии, что произошло с деньгами, Глёк? Без понятия. Почему они прыгают? Ну, мне тоже не весело. Что-то с субсидиями произошло. Жуткая, жуткая творится субсидии. Что теперь делать? Не знаю, субсидии отменять. Гениально. Что-то как-то спрос, что ли, маленький?
Ладно, ничего, переживем. Я взял долг. Затянем пояса. Я взял долг. Что-нибудь теперь со мной будет. Значит, скоро изучится национализированный капитал, может, это хоть что-то поможет. Почему-то. О, ну-ка. Эффективность налогообложения. Боже, что происходит? Все же было хорошо. Что не так-то у тебя? Войны идут, наверное. Не знаю, просто все сдвинулось. А, нет, наоборот, войны закончились. Жаль, жаль. Индия так немножко увеличилась. Индия? В какую сторону? А, ну ок. Да честно, то почти во все. Вот, ты армию строишь? Воу. Ну, так вторая белорусская. Ну что, скоро там у нас 2003, да? Угу. Июль. Ждем июль. Ну, ждем, что сказать. Так, а что у нас растет в Таллине? Ну блин, вы что, издеваетесь, где пшеница растет? А мне нужно уголь. Железо. Где железо самое ближайшее? Чисто железный дорог нет. А нет, есть. Одна. Они строят, капиталисты строят, у меня денег на это нет. Мне тоже. Вот капиталисты у меня тут надрываются, но строят. О, кстати, надо же капиталистов качать. Капиталистов. У меня их 264. Чувствую, у меня их поменьше. У меня их 2. Норм. Ничего, Беларусь выставит. Беларусь стронг. Не такое еще. Выдерживали. О, все, железная дорога строится. Ура. Ух ты! Капиталисты красавцы, мне только что вложили 16 тысяч в один завод. Круто. О, Микронезия. Ну, все-таки капиталисты молодцы, конечно. Югославия такая стронг. С Румынией воюешь, что ли? Что-то, по-моему, Югославия сливает немножко. Или нет? Ух ты, а что за война идет? Слушай, интересная война. Итальянская война за захват. Италия воюет с Югославией. Слушай, это посмотри, какие страны. Югославия, наверное, проиграет. Посмотри на страны, которые участвуют в войне. Ну круто, что. Ну, интересненько. Сейчас Украина распилит с Турцией Румынию. Потом они вместе двинутся на Италию. Конечно, конечно. Украине не хватит силёнок. Они проиграют. Хватит недооценивать Украину. Она, между прочим, уже полгода с Россией воюет, ничего. Она вообще-то уже отвоевала свое. Ой, какая прелесть. Я вижу украинские войска, как они идут и как они надрываются. Тут 125... Батальон Айдар, да. Знаешь, у нас в раздевалке есть... Короче, там отмечены все крючки. Там отмечены фамилиями. Там чья-то фамилия со старой школы осталась. Айдар. Там подписан батальон. Я не понял, сейчас шутки. Ладно. Это плохо, да? Не знаю. Ух ты, кто-то вышел из войны. А Словакия вышла из войны. Или что-то? А не, Словакии нет. Что-то тогда вышло из войны. У него сбежит, знаешь, какие проблемы? Это просто жесть. Мне субсидии вообще... Почему нужно вас субсидировать вообще этот завод дурацкий? Короче, что, мне катать повод на Литву или нет? Катаем. Точно? Да, точно. А мы справимся с Украиной?
Ты справишься с Украиной? Нет. Я тоже. 130. Нет, короче, катай на Эстонию, все. А Эстония мне бэтбой будет слишком большой. А в чем связь? А, завоевание? Завоевание, да. Ну катай. Ну смотри, ну, у тебя сколько? У тебя 26, у меня 58. Ну ничего, затащим. Что ты хочешь, чтобы я делал? На Литву катай. Ок. Ок. Начал? Да. Там, не знаю, армию, может, соберешь. По приколу. И скорость добавь. Собирается. Куда? Не так себе, конечно, собирается, но все же. Не, у меня просто даже солдат нету, из которых нанимать. Да, у меня 3-4 бригады могу нанять. А мне 12. Ну, что могу сказать, бывает. Ну, есть такое. Да ну-ка это на пехотку. Ну что, движем. Или как думаешь, все-таки они вступятся или нет? Без понятия. Ну просто мне куда войска-то двигать? Не, эстонцы этих, я их смогу сам замочить. Как. Ну понятно, у них ноль военных очков. Ну и там еще Эстония. О боже. Ну у них еще мобилизация ты будет. Справишься? Там мобилизация, бла-бла-бла. Не, ну логично, что, наверное, тебе стоит войска все-таки на границу с Украиной выдвинуть. Хотя я тоже с Украиной дружу. Или пусть не отношения улучшать. Ты тоже попробуй. Типа больше сотни сделай, может прокатит. Китайско-киргизская война. Советизация, блин, Китая. Киргизии. Чудесно. Я на самом деле за Китай, я буду с Китаем дружить. Ну, дружи. Батька такой в Китай ездит. Дружит. Опять бюджет прыгает, а? То есть так, тогда меня вообще не раскрыли, а теперь тогда меня в самом начале раскрыли, а сейчас вообще не раскрывают. Ну это как вообще? Нормально? Тупой рандом. Ну, ты вместе не жаловался. Да я не жалуюсь, конечно, не, никак. Ну, как бы, я тебе так смотрю, но что-то с Украины... Долго еще? Слушай, слушай. Ты знаешь, что теоретически, если война не закончится, то нам очень сильно повезет. Ну, 170 дней. Блин, ладно. Знаешь, было бы классно, если бы война еще не закончилась. Я просто так смотрю на границу свою с Украиной. Она вся оккупированная. Ну, тут они ее еще оккупируют, тут примерно 49 тысяч стоит итальянцев. Не, понимаешь, война вряд ли закончится, пока армия будет у украинцев, хотя... Ну вот, и хорошо. Знаешь? Ну все, давай без. Ну, пока еще и у Турции будет армия. И главное то, что Украина сейчас выигрывает. Это тоже, кстати, смешно. Ну знаешь, Югославия вообще не оккупирована. Я не знаю вообще. А Югославия вышла из войны. А, да? Ну да, как бы. Уже давно. Как Италия вообще оказалась в Украине? А в Румынии ее вообще нет. А нет, есть. Еще повоюйте, повоюйте. О, уже. Да, Украина. Что за бред, ладно. Не выигрывает. Ну как там у тебя? А, я сам могу посмотреть. Нет, ты не можешь посмотреть. Могу 113 дней. Ты читер, что ли, рассмотреть можешь у меня? Тильда, тильда, тильда. Фу-фу-фу-фу-фу. Чего мне двигаем? Мне 93% пошлины и плюс 28 денег. Замет. Такой шаткий бюджет. Шаткий. Шаткий, да?
Ой, замедлилось немножко. Или фашистов много. Таиланд против Лаоса. Когда это повод? Что-то мне подсказывает, что армия Украины слабеет. Ну, это хорошо. Это очень хорошо, так что ты сказал. Тут российские самолеты пролетают. Еще 70 раз. Дней, боже мой. Успокойся. Так, я делаю приоритеты на армию, чтобы у меня армия была. Солдатики. То есть такой неплохой город Гродно. Я думаю, заводики стоят. Мне вот как бы делится страна, можно сказать, ну, западная, восточная. О-о-о. И вот у меня запад тоже такой не слабенький. Брест-Литовск, Гродно, завода фига. А у меня только 3 завода на всю страну. И только на юге ничего нет. У меня на всю страну 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 заводов. Ой, нет, еще. Ну, короче, завод 13 у меня. Везет кому-то. Вот, 15 дней. Ну ты сохранись там все дела. Да, сейчас на паузу ставлю, сохраняюсь. Сейчас ставлю на паузу. Хорошо. Так. Пригласить Украину повоевать со своими союзниками. Приглашаю. Нет, не буду. Это слишком дерзко. Они. Ничего себе. Снимай паузу. Снимай. Так. Тебе приглашать войну? Да. Наверное, да. Так, я тогда беру шуляй. Да, шуляй. Ну чё? Объявляй. Поехали. У меня нету достаточного количества дипломатических очков. Придется мне 2 месяца подождать. Красавчик. Ну, паузу сними. О, у меня на экспорт едут эти электроприборы. Mm-hmm. Прикинь? Ух ты, Украина была в долгу. О, выборы. Опять уже вторые. Они в сфере России находятся. О, Нахичевань. Ух ты. А, в сфере России. Ха-ха. А почему же Россия войну еще не объявила? В смысле, за что? Ну там их сфера воюет. А, типа, если их сфере войну объявят, да? Ух ты, в России союзник британшка. Интересно, кто же выиграет эту войну? Это мальчики твои. Вот все. Let's go. Паузу поставь. Ага, я сразу просто приглашу. Так. Ну чё, угол со мной? Все, давай, поехали. Только небольшую скую, да, такую. Ха-ха-ха. Ты, ладно, короче, иду... давай с Украины по... Мобилизовывать подерись. Лучше сразу, как думаешь? Если есть деньги, то да. У меня просто денег нету. Ну, просто давай Украина... на Вильнюс пойду, одной армии. Хорошо. У тех 2 даже, вау. У них 69 бригад осталось. Киевскую армию надо разгромить. Ну, ладно. Я тогда мобилизацию провожу. О, на тебя напали. Подожди секундочку, я сейчас все пониже на минимум. Так, я тоже мобилизацию провожу. Правда, у меня будет, наверное, не длинная. Только чтобы Эстонию замочить. Так, ну давай-ка. Все, снимай с паузу. Да, там немного надо, чтобы шуляй захватить совсем. Сейчас скажу, сколько процентов. Ну знаешь, Украина будет идти докапываться долго. Я понимаю. Что произошло? Не знаю. Что с Украиной произошло? Что с ней? Ну, все это изменилось. А, да, есть такое. Там какое-то событие происходит, я видел. Боже мой. Ну, по-моему, наверное, партия изменилась. Что у них происходит? Как думаешь, технологически превосхожу Эстонию? Эстонию, да. Особенно. Это мне как-то оккупация хреновенько идет. У меня тоже не весело. Ну получше, знаешь.
Ну, может, даже артиллерии, например, нету. Артиллерии? Да. Может быть. Так, я сейчас иду Эстонию выводить из войны. Так, хреновенькая ситуация, если честно. А чё, ты Украине проигрываешь? Не, не проигрываю, но не знаю, что делать с этой армией огромной. Огромно, 36 тысяч? Хотя, ладно. У них военных очков не осталось. У них военных очков не осталось, ты понимаешь? Это мобилизованные войска. А, нет, 26 бригад у них есть. А ты ещё чё-то сомневаешься. Ну да, 50 тысяч уже собирается потихонечку. О, Италия, ты мой герой. Я тебя люблю. Союз тебе заключи за это. Да, кстати, неплохо, да. Минус 85 отношений у нас. Как так? Не знаю. Ты их, наверное, обижал. Да, конечно. Они с пути мне войну объявят, ага. Ты о, ты Украины что-нибудь заберешь, какой-нибудь регион? Во. Например, Чернигов. Не жирно? А чё так? Нормально, по-моему. Ну давай. О, мне уже Польша союз предлагает. Я лучше ровно заберу. Забирай. У меня Польша союзник. Кто молодец? Я молодец. А Польша ВД? Так, ну давай. Пожелай нам удачи, да? Блин, зря я, конечно, ровно выбрал. Почему? А ты уже взял повод? Да. А, ну ладно. Лучше бы ты сначала оккупировал, а потом брал повод. Ну вот, да. Ну просто он оккупирован Италией, а там война технически может закончиться. Это не имеет значения, я их всех уже оккупирую к тому моменту, надеюсь. Тебя тут Литва оккупирует. Ух ты, что там Эстония творит? А, это ты творишь, ладно. Я творю Эстонию, круто сказал. Да. Йоу. Так. Я не понял, а где обещанный этот День Победы 4? Я какой там пошел. Ждем. Увеличивай скорость немножко. Ну, на одну палочку можно, да. История о том, как Беларусь и Латвия распилила Украину. Да, да, да. Ну и. Ну и Италия-то немножко, да. Да нет, еще они так. Просто рядом стояли. У меня деньги. Война идет. Неплохо война идет. Слушай, да, неплохая война так-то. Не говори губ, пока не перепрыгнешь. Ну да, кстати, сейчас так мир заключается, тут сразу мобилизация Украины огромная. 200 тысяч на меня пойдет. Ага, ага. Так ладно, я быстренько деоккупирую там твои всякие Вильнюсы. А сепаратный мир, а, не, нельзя, да? Что, мобилизация 100%? У кого? Меня. Ух ты, Георгий Яковенко у меня самый лучший генерал. А второй Юрий Яковенко. Братья. Чего, Польша? Кому? Кому Польша? А, фух. Не нам. Ух ты, Финляндия катает на Швецию. Ой, я Харьков пойду завоевывать. У тебя там все в порядке, не? У меня все хорошо. Харьков завоевываю. Так, валю-ка я своей армии. Донецк. Ой, ты жестокий такой. Блин, Италия, ты что, охренела, что ли? Че, она не останавливается, да? Они сейчас все ровно заберут себе и все. Италия. Кстати, за что они-то воюют хоть? Они просто. Просто, да. Вот не надо вот только в Донецк идти, пожалуйста. И в Мариуполь не надо. Ой, в Луганск пойду. Фух, вот Мариуполь мой. О, надо бы еще Севастополь взять. Не успеешь. Мне кажется, с Украиной проблемы. Ну, так, их место ты видел? 184-е. Ну, норм, че. Сейчас у них еще не будет этой фигни. Так, черт, завоевывают. Ну-ка, на Керчь, быстро, на Керчь. На Керчь. У тебя войска оккупировали Латвию. О, Литву. Да, да, я вижу. О, мне Румыния союз предлагает. Ой, Молдова. Ну-ка, давай. Давай. Я тут минус ушел небольшой. Это ничего страшного, да? Блин. У меня сейчас долг 1000.
У меня 4. Это плохо, да? И сойдет, сойдет. Как пониже, как расходы на армию, на минимум. О, ой. Нет. Мне мир предложили. Ты не против отказаться? Кто? Литва. Ну, нет, даже все, даже Украина предложили. О! Как тебе? Сойдет. А ты что взял? Ты ровно взял? Ровно взял, да. Так, ну в следующей войне возьмем этот, как его... Это же неплохо так воевать с Украиной. А да. Что в итоге, что у них-то произошло? Прогрессивная соцпартия, социалисты типа класть, потому что... Мнимо-демократия. Мнимо-демократия, вот что у них случилось. Давай паузу сними, пожалуйста. Ну, мы сейчас должны настраивать, наверное, нашу. Паузу сними, и там настроим. Ну, а тогда пониже немножко. Спасибо. Большое. Значит, просто с пошлинами и субсидиями. О, у меня население 2 400 тысяч. Хорошо. У меня армия стала больше. Ты армию из Вильнюса забери, пожалуйста. А, хорошо. А то напрягает немножко. Так, подожди, первая белорусская армия это сюда, нет, а вот вы сюда, в Брест-Литовск. Что ж с моими деньгами творится? Какой-то бессон. Тридцать восемь бригад, 32 бригады мобилизовать. Так нормальненько, что сказать. Сколько мы можем мобилизовать? 32. О, круто. А война-то продолжается. Угу. Это хорошо, так промежуточная война, да? Ой, могу Эстонию войну видеть. А, по, у меня есть повод на них. О, у меня 67 военных очков. О, круто. И на 17 месте. Слушай, мне это нравится. Ну не против, если я возьму еще долг у Эстонии? А у тебя там перемирие, нет? Пофиг. Нет, в смысле, реально, перемирие не надо нарушать, это же плохо. Оно ненарушаемо, это два разных, две разные войны. Ну, попробуй. Я просто у них заберу долг, поломаю, и все, и вернусь обратно домой. Ну, давай, только меня не призывай. Я не собирался. У тебя Польша союзник, а у меня Молдова, понимаешь? Блин, ты опасный. Прикол, у меня еще хорошие отношения с Украиной после всего этого. 16 были. Буду еще улучшать. Они больше не мои союзники, они меня предали. Да, вообще. Ну, такая Беларусь красиво. Нет, а у меня, наверное, есть решение Речи Посполитой. Ух ты, я в сфере влияния. Везет. Тебя в Евразийский союз возьмут, и все, и пипец. А в чьей сфере влияния? России. Я говорю, тебе Евразийский союз. Все, ВДВД войти. Пора, короче, все. Ну, удачи. У тебя немного времени осталось. О, у меня есть граница с Россией еще одна. Калининград. Короче, смотри, ты идешь на юг, а я на севере властвую. Ну давай, давай. Через Украину до Крыма допилишься. Польша в сфере России, офигеть. У Германии союзник остался. Говорю, через Украину до Крыма допилишься? Конечно. С Молдовой-то? Ну, с Молдовой, да. А как же я? Ну, с тобой потом встретимся. Это рождаемость. Ух ты, 10 тысяч у меня прирост. Круто. Население 5 миллионов. А всего? 21 миллион. Вау, вау, вау. А Украине сколько населения? Всего у нее население. Так, сейчас 12 миллионов, а значит... На 4 умножаешь. Ну, миллионов так 48, да? А, слушай, ты знаешь, что пилить... Литву, ну, в смысле, пока Литва в союзниках с Украиной, это очень классно. Просто так смотрю союзников Украины, они мне не нравятся, а вот пока у них союзник да, Литва... Я понял тебя, да. То есть, чтобы их союзники не могли войну вступить. Да, да, да.
Я, наверное, сначала всю Западную Украину завоюю. А хотя нет, я пойду на... Блин, Киев нельзя. Да, я всю Западную Украину завоюю сначала. Хотя, блин, надо подумать. Ну подумай. Ладно, Чернигов возьму в следующий раз. О, мир предлагает. Ну ладно, ладно. Как он кризис переживает? У меня Польша призывает. Против кого они воюют? Чехия, но там я могу помочь. Жалко, пройти к ним не смогу. Ой, жалко. Через меня? Блин. Ну что ты, вот... А, я даже через... А, нет, не могу. Говнюк. У тебя же даже армия есть. Ну да, 25 тысяч. У меня 57. Маленькое надо увеличить. Ух ты! Ух ты! 125 тысяч у Чехии. А у Польши? А это что? Что за флаг такой смешной? Австрия. Австрия? А, они за нас. Ну ладно. И Россия за нас. Норм. Что-то у Чехии проблемы, у них 4 противника. За что они хоть воюют? Только не за регион. За регион. Козлы. Это плохо, знаешь? Не-не. Польша потом, знаешь, с Францией объединится, Германию завоюет. Вертолеты да танки. Вот и вся белорусская армия. Вся? Потом это мало? Да. Слушай, меня реально пугает Евразийский Союз. Какого там года образовывается? 2000... Он уже существует как бы. Нет. Да. Столица у него Люксембург, так и будет. Евразийский, не европейский. А, евразийский. Его можно, по-моему, задавать с 2010-2013. О, Россия просит проход. Хм. Ну, давай. Не, все, это победа. Я в твоей сфере. О, я выиграл войну, я выиграл войну. Престиж дали? Да, кажется. А может и нет. Ой, 39-е место занимаю. Я молодец. О, у меня престижа больше, чем у тебя. Ха-ха-ха-ха-ха. Какое это место? 39-е? А я, блин, я скатился на одно место. Что теперь будет? Ну что, у меня промка 11, представляешь? Промка 11. Вау. Что, наверное, надо не престиж качать. Так, 3-4 бригады могу мобилизовать. Классно. Что-то мне без слота как-то. Ну, скучно, не хватает. Я тоже без слота, знаешь. Ну ты лох. У тебя даже выходы к морю есть. А я без слота. Да. Я хочу объединиться с Молдовой, вообще границу иметь. Зачем? Не знаю, они мне братья. Еще не строителей много. В смысле строителей? Ну, знаешь, а, армия в смысле? Нет, молдаване, строители. А. Они мне будут дороги строить железные. Чё ж так железнодорог-то мол? Не я их строю. Ну, как капиталистам денег хватает, так и не строят. И там уже мне строится сейчас несколько железных дорог. Хорошо. Они не строятся уже. Ладно, построю, наверное, парочку. А может лучше морские базы? Не знаю. Может быть долго взять? 46 тысяч могу взять в долг. Чтобы мне изучить. Проценты 31. Ха-ха-ха-ха. Моя экономика такого не выдержит. И сколько у тебя очков исследования? 11. 253. Что? Нет, 253. Нет, ну 164, если быть точным. Ух ты, у России видишь, сколько в Калининграде? Мне кажется, мы даже с мобилизацией так не очень сможем распилить. Гусью. Когда там перемирие кончается с Литвой?
Ну, сам можешь посмотреть так-то. Украина, армия 38. В ноябре 2010-го. Мне кажется, у них все равно армия сильнее будет, чем у нас. У кого? Украина. Причем значительно. Не исключаю. Я уверен в этом. У них даже население больше, чем у нас. Знаешь, с Молдовой и Польшей мы их... Польша нас кинет. Меня кинет. Уверен? Немножко. У меня уже 22 миллиона. Чего? Население. Что? Был 20 миллионов, теперь 22 миллиона. Ну, а, общее, это говори нормальное, да, не такое. Ты что думал, я такой крутой, что ли, да? Ну, просто запутываешь, такой, чуваки, 22, у тебя не может 22. Не смешно. У меня долг 14 тысяч, ну ладно. Как что? Ну, я взял его сам. У меня все хорошо. Ой, я на 17 месте. Ух ты, Финляндия с Россией воюет против Швеции. Так, кого мне нужно обогнать? Турцию. Следующее. Ух ты, Турция 161, у меня 160. У Канады 162. Офигеть. У Австралии 190. Блин. Долг 50 тысяч. Слабо, не слабо взять такой? А? Долг 50 тысяч, слабо взять такой? Ну, я могу и 75 взять, но я не буду. Блин. Ну ладно, ты сделал меня в этот раз. В этот. Я просто сейчас решил застроить все железными дорогами. 75 у меня армия, 27. Представляешь, 27 место. Это ж жесть. Короче, я хочу, чтобы Украина воевала с кем-нибудь. А кто этого не хочет? Поддержать, короче, сепаратистов на Донбассе. Кстати, так если посмотреть, ну, я бы сказал, скоро будут события, тут же уже продуманы эти ивенты. Там быстрее начнется это, так его, Евразийский Союз. Ну, ух ты, Сербия появилась. Черногория. О, у меня же долг меньше становится. 37 тысяч всего лишь. А я найму себе 4 пехотные бригады. Оу. Сколько ты можешь нанять всего? 43. Ясно, понятно. 20. Ну, уже хорошо. Я на 17 месте, уху. Я на 18 месте. Ха-ха. Швецию жалко. О, тебе нужно захватить такой регион, чтобы выйти на границу с этим, со Словакией, с Венгрией и с Румынией. Зачем? Чтобы можно было с ними еще воевать. Я пока не хочу с ними воевать, потому что они все союзники. Словакия нет. А, ну да. Спорить, что сам со мной будет. Умный нашелся. Не знаю, я короче, знаю, что делать. Я на Чернигов пойду. Ну, скорее всего, это не я буду с ними воевать, а они со мной. Украинцы-то? Нет, эти, если я выйду на границу. Да ладно, в тот момент у тебя уже армия будет. Акватория. Чтобы не исследовать, а исследую-ка я армию. Сколько у тебя очков следования? 248. Ясно. Уменьшаются. А, у меня эти уменьшаются. Ребятки. Священники называются. Да. Ой, академики. Священники. Привычка.
я по промке немножко скатился. Печалька. На одно место. Что-то мне так мало строить, сколько у заводов? Раз, два. Ух ты, у меня деньги откуда-то начали появляться. 280 тысяч. Ой, 280. Откуда столько денег? Раз, я банкрот? Меня банкротом объявили. Бывает. Нормально. Нормально. А что я такого сделал? 16 заводов у меня. У меня все нормально было. Зато деньги в плюс пошли. Ну да, то что мы все обнулили. Я говорю, все, под схему подразумеваю, вот все эти ползунки мне теперь на нуле стоят. Ну, допустим. У меня нормально было, я мог выплатить долг. Ты-то кому что рассказываешь? Латвии. Я Латвии задолжал деньги, ты понимаешь? Меня из этого назвали банкротом. Да. Банкир ты своих не удовлетворил. Да пошли они в жопу. Смотри, какая Польша большая. Точнее, она квадратная. Ну, не очень квадратная. Ну так. Блин, отлично, я банкрот, ну шикарно. Задолжал денег со своим банкиром. Ну что это вообще такое? У меня было все нормально. Все нормально было, я мог денег платить сколько угодно. Сейчас дизлайки ставить за твои. А теперь 15 тысяч лет я буду ждать, пока я снова смогу взять долг. Подумаешь, 20 тысяч задолжал. Успокойся. Я успокою. Ну как там? Литва. Чё Литва? Перемирие. 10-й год, я же сказал тебе. Ух ты, Иран воюет с Турцией. Неплохо так, очки, посмотри, военные. Индия 845, ёшки-матрёшки. Индия 845 военных очков. Ну у них там армия-то такая. Больше, чем у Китая. Ну знаешь. Надувная. Надувная. 146 бригад, не хочешь? Военные тактики. Военные технологии 6 из 40, а ну да. У меня 8 из 40, а у тебя, кстати, сколько? У меня 9. Красавчик. Ща у меня будет через 2 месяца. Тоже 9. Воу. И главное, сейчас я долг верну, а мне никто не простит то, что я такая мразь не вернула. У меня есть деньги на то, чтобы его вернуть. Ты увеличишь скорость? Да, конечно. И на 16 месте, yes! Я колониальная держава, все. Я чемпион. У меня до 18 года... Я не могу брать долг. Знаешь, у меня военные очки увеличиваются, а вместе я скатываюсь. Мне уже 8, стоит 26. Да как бы еще две пехотные бригады нанять. Еще две артиллерии. Круто. У меня промышленность умерла. А, не умерла, ее закрыли. Из-за что я банкрот. Ясно, понятно. Что-то не ясно. У меня с промышленностью все хорошо. У меня строится уже 18-й завод. Поздравляю. А у меня уже их 4. Не, ну у меня так, у меня 16. Но у меня еще 2 завода просто строятся. Бы-бы-бы-бы-бы-бы. Вот один заводик я открыл, он даже прибыльный. Отлично, Украина воюет с Хорватией. Кто же выиграет, даже не знаю. Это Северная Трансильвания, что такое? А, это Хорватия воюет сама. С Сербией. Что-то Украина какая странная, если честно. Ух ты, у него 337 очков промки. У кого? Ой, фух, у России. Я перепутал. 12-я Украина. Нор. А на 29-м месте. Мне кажется, промышленность заработала. Да, мне кажется, что такими темпами присоединят Украину.
Я ж таким темпами, я долго еще не скоро смогу взять. Что с деньгами? Что происходит? Боже. Берите это. У меня сейчас нормально с деньгами. У меня 10 военных технологий, чтобы мне изучить. Ко мне в культуре ты изучил? Само собой. Там новое появилось только что. Да, изучил. Только что? Только что, 2010. Блин. Ладно, хорошо. Сколько у тебя очков? 11.22. Что? 12.39 не хочешь? Сачка. То есть не хочешь? Конечно не хочу. А сколько хочешь? 500 хочу. Так нечестно. Да, там все равно больше 100 не начисляется. Ну 100 хочу. Что могу сказать еще тебе? 82 военных очка у меня, вот что могу сказать. Блин, Украина 100. Ну все, короче, Ханты-Мансийск нам. Что? Ну, как она, только Ханты-Мансийск. Ладно. Граф Киллер, у тебя все в порядке? Ой-ё. Нет. У меня с бюджетом проблемы. Опять? Не, опять из 100. Ну что, какую мы же фабрику будем строить? Ой, я даже не знаю. Так, у нас... О, отлично, построил еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 17 фабрик построено, строится 4. Я счастлив за тебя. Как-то мы капиталисты. Чудесно. Больше капиталистов. Литва в сфере России, да? Угу. И союзники России. Угу. Ну, тогда остается Эстония. Да, так у меня будет боя не хватит. Точнее, будет на 2 больше. Давай рискнем, сохранись. Да ладно, подождем, подождем. А сколько ждать-то? Это около 2 лет ждать. Ну, подождем. Ну, ок. Меньше 2 лет. Год и... Все, кто не рискует, тут не пьет шампанского. Да? Так что... Что, ты хочешь, я порискнул? Да. Давай, я сохраню. Подожди. Я с своими деньгами разберусь, мне уже задрали, честно. Мне затрали мои деньги. Хочешь, заберу? Вместе с долгом? У тебя долг есть? А нет, долга нет. Вместе с моим минусом. Блин, сейчас подожди. Ладно, включу-ка налоги тогда. Хорош, бесишь уже. Что происходит? Что с тобой происходит? О. Так, ну-ка, плюс 80. Когда субсидии больше, чем пошлины, нужно пошлины понижать? Нет связи. Хорошо. О, слушай, что-то в кризисе. Пошлина. Офигеть, посмотри, какой кризис. Милота-то какая. И чё? Ты хочешь в мировую войну, что ли? Я хочу. Почему? Ладно, все. Ладно, короче, ладно, подождем. Почему у меня от пошлин прибыль упала? Объясни мне. Не знаю. Поддержите кто-нибудь, пожалуйста. А, блин, еще и Польша сильная. Мы на почти силы с Германией. Подожди, я сейчас поправлю кое-что. Я на 15 месте. Вау. А я на 46-м, заветно, да? Нет, я не защищаюсь с деньгами. Я тоже.
Это... Да ладно, война сейчас будет. Ой, я же союзник Польши. Ну, это не так уж и плохо. Мне сейчас война нахрен не нужна. Меня не пригласили. Ура, мировая война. А, посмотри на очки. Я видел, да, 2000 против 400. Против 500. Кто же выиграет? Хм. Давайте попробуем предположить. Мне кажется, что это будет Россия. Вместе с Индией. Ну, знаешь, так, хотя... так реалистичненько с какой-то стороны. Знаешь, так, сейчас наша Россиюшка была бы. Я думаю, она бы просто размяла бы Германию. Ну смотри, пока как-то не особо у Россиюшки твоей получается. Сейчас увидим. Ну смотри, смотри, как они лихо оккупируют итальянцы. Сейчас, сейчас. Их, ничто, их вообще ничто не останавливает. Русские так просто балуются. Вокруг бегают. А что нам делать? Что нам делать? Мы ничего не можем сделать. Их слишком много. Где, где индусы? Где индусы? Нам нужны индусы. Они пока дойдут, индусы эти. Уже ничего от России не останется. А, нет, начали наконец-то их сдерживать. Ну все, вот теперь пошла обратная реакция. Да, Польша собралась. Россия тоже начала. Все. Они не успели. Британская там что-то мучит. Италия одной хорошо. До него все никто дойти не может. Все, они почти схватили Польшу. Быстренько мировая война закончится. Индия подошла уже. Какого хрена подошла Индия? Пешком, главное. Да, вижу. Заметьте, у тех очки уменьшаются, а у этих увеличиваются. Ну, логично, они же их в битвах просто умяли. Кто, немцы? Немцев в битвах раздавили. Наоборот, у немцев-то увеличивается, а у этих уменьшается. Вообще-то... Смотри. Минус 48 как бы. Минус 50. Ну, смотри, у этих очки 470, а было 400. Вот... А, в смысле это? Ну это да, естественно, потери понесли они большие вначале. В общем, плохо. Ну что, повод сейчас буду катать, да? На что, на Эстонию? Да. Ну если ББ позволяет, то давай. Ну, через пару месяцев позволит. Боже мой, что субсидии. О, Германия выделилась из этого, из Евросоюза. Прикольно. Видишь, да? Да. Ну, кто-нибудь выиграет эту войну грёбаную или нет? Ууу, какая еще силушка будет. Лужицкая Сербия будет выделена. Из Польши? Что? Она же вроде в Польше находится, нет? Германия. Ясно. А, Крым, да, точно. Требует от Германии. Украина вступила в войну? Она была изначально. Ну ладно, ладно. Ну давайте там, передеритесь уже все. Мы еще дождем конца. Все, подожди, повод начинаю катать. Эстония. У Индии такие самолеты смешные. Они бронзовые, понимаешь? Да, вижу. Это просто рассказ у них. У танков такая фиолетовая... У Югославии, по-моему, фиолетовые или красные танки. Тоже норм смотрится. Ну вот, мы раскрыли в самом начале. Хнык-хнык. У меня какие-то жуткие проблемы с бюджетом, я не знаю, как. У меня тоже пошлины упали, я же говорю тебе. Это из-за войны? Нет, это просто. Это до войны еще было. А почему субсидии такие жутко огромные? Потому что, наверное, из-за падения пошлин... Не знаю, какая-то связь, наверное, есть. То есть, типа... Огромное количество товаров стало заводиться в страну. Тогда почему пошлины не растут, тоже не понимаю. То есть у меня сейчас у предприятия есть все нужные ресурсы для работы, однако... Однако... Пошлины почему-то не... Черт, у меня заводы закрываются, все отменяют субсидии. Возможно, это США начала действовать.
начали действовать. Возможно. Ну все, мне закрыть уже эту воду не нужно. Что происходит? Я не понимаю, короче. Я сейчас у меня будет дефолт, короче, скоро. Печально. Я, короче, беру максимальный вообще этот кредит, открываю все заводы, все субсидирую, выплачиваю кредит. Ой, все, попал кто-то на деньги. И жду дефолта. Дефолт же помогает? Что за дефолт вообще? Дефолт, он долг вращает, проценты обнуляет, все выставляет на ноль. И завод закрывает? И завод закрывает. Все, но и открыть их можно? Можно, только денег нужно для этого. А, нет, тогда не надо. Слушай, блин, это будет еще хуже. Ну, правда, не очень много, но нужно. У меня вот из дефолта престиж уменьшился на 20. Не, блин, я не знаю, короче, делать. Субсидии гребаные. Может, пошлины все-таки убрать? Образование ставь минимум. У меня везде минимум стоит уже давным-давно. Все на нулях, ты хочешь сказать? Да. Ну, не все на нулях, но это всякие образования, управление. Не знаю, с чего уменьшать-то. Налоги на максимум. О, плюс пошел. Это недолго будет. Сейчас мне вернутся субсидии в нормальные руки. Ой, могу... Могу закон какой-нибудь. Условно бесплатное образование. Ладно, пусть будет условно бесплатное образование. Все счастливы, да? Mm-hmm. Я тоже счастлив. Да, уж в Беларуси кризис. Минус 700. Да. Субсидии 800. Да вы охренели, что ли, в конец? Ой, все, у кого-то ломается. Я объявляю войну. Бля. Тебе призвать? Не надо, спасибо. Мне своих проблем хватает. Ты вообще можешь играть войну в такой экономической ситуации. Нормально, нормально все. О, уже 13-й год, блин. Субсидии 20. Ой, эти пошлины 20, субсидии 500. В конец охренели, ребят. 600 субсидий. Ладно. Пусть лучше не все закрываются. Я уже знаю, как назовем этот выпуск. Банкротство или финансовый кризис. Слушай, реально, в чем может быть проблема? Я говорю, знаете, может быть... А? В моде? О, я говорю, может быть то, что начал баланс рушиться, но тут что-то слишком рано, потому что США еще довольно слабые, чтобы баланс нарушать. Поэтому, скорее всего, твои фейлы. Настолько? Настолько, я не знаю, насколько ты там зафейлил. Сколько очков исследования? Очков исследования 13.97. Ой, выборы. Ненавижу выборы. Скоро нам на рыночную экономику надо ходить, когда у него будет хоть чуть-чуть ресурсов. Ну что, 30. Ну что за хрень, что вы творите? О, еще один закон. Дай закон приму. Дай закон, закон, закон. Хорошие субсидии хотите? А где Лужицкая Сербия? А что, война кончилась? Да. Значит, не хватило сил. Сербия такая смешная. Скорость понизь, пожалуйста. О, посмотри на это, на Украину. Малороссия. Ну ок. Ну. Паузу сними. Война, заканчивайся. Make love, not war. Все ок. У меня на минимуме, вот на одном 2% стоят все расходы. Доходы все стоят на максимуме, налоги, ну кроме капиталиста. Но это не поможет, у меня доходом 20%. А нет, могло. 60 доход. Офигеть. Что произошло? Я убил человека, что произошло? Может, конечно, пошлины установились? Нет, не установились пошлины. Да ни хрена, что-то произошло, кто-то умер.
такой злой. Что сначала понизить? Налоги, наверное? Не знаю. Все, я присоединил. Так, ну короче, сейчас выправляем чуть экономичку. Офигеть, офигеть. Слушай, это прям на пизде. Белорашка стоит с колен. Да. У меня, блин, 42 на проценты тратится. Офигеть. Эй, мне больше нравилось, когда был плюс. Вот, все, давай, молодец. Хороший мальчик. Хороший, все. Нет, да вот. О, братуха. Что у тебя происходит? С бюджетом разговариваю, не мешай. Ну куда ты пошел, ну козел? Нет, вернись. Сюда. Ты в козла умазал, как он теперь вернется? Сюда, молодец, все хороший бюджет. Плюс. О, ну-ка, держись. Ты, парниша, ты куда пошел? Куда минус 90? Куда? Что у тебя происходит? Ну в плюс. Ты же был в плюсе. Вспомни это время, вспомни. О, плюс 90, красавчик. Ну видишь, эффективно разговаривать с бюджетом. Надо, короче, в ЦБ посоветовать. Рубль. Расти, пожалуйста. Ну еще чуток, давай. Минус 90. Ну хватит уже там мучить страну. Минус 43. Да. Все, плюс 32, все, сохраняем. Это была кризисная кампания. Крайне. Зато мы увеличились. Да, мы провели несколько довольно успешных войн. Следующие войны, надеюсь, будут еще более успешны. На этом мы заканчиваем этот выпуск. С вами был Глелк. Игра в Келлер 1. До свидания. До свидания.